ситуацию, да, она одновременно как и скоростная выносливость здесь идет, да, но в то же время, в первую очередь, мы убираем полностью такие мышцы, как спины, у тебя остаются только плечи при этих ударных движениях. Координация такова, положение изначально, твои локти, посмотри, параллельно друг другу, фактически вот здесь у тебя 90 градусов, видишь, параллельно полу, ты точку вошел, по факту, посмотри, локти параллельно, уже кулаки садить будешь, локти разойдутся, начнешь вот так бить, по факту ты бьешь даже немножко вверх за себя, видишь, какое движение, плечо сработало. Сжать кулаки, бей удары, одиночные. Я показал, вот сюда, за себя, во, не, во, локти, локти уже, во, вот сюда. Бей. Какая, стоп, где напрягается мышца? Здесь, правильно, потому что сжимаешь. Вот здесь нет, трицепс не работает, правильно. А теперь попробуй посмотри, вот ты опустил вот так руки, бей отсюда. О, как ощущения? Другие? Вот, вот здесь локоть начинает работать, правильно, потому что вот такое движение. Именно вот это движение позволяет тебе создать привычку именно плеча кулака. Понимаешь меня? Тройка. Вот, ты как бы на долбом держишь. На самом деле, ведь посмотри, сядь, садись. На самом деле, посмотри на меня. Вот наша группировка, да? Посмотри, локоть на уровне плеча, бедра, кулак на уровне плеча. Опущенный подбородок, вот плоскость плеча, кулака. Поднял палец, о. Все, вот группировка, да? Но когда мы ложимся, мы что делаем? У нас выпрямляется спина. И кулаки оказываются на уровне глаз. Правильно? То есть фактически это та же самая группировка. То есть, группировки здесь нет, но положение рук остается корректное, как и при группировке, да. И выкидывание, посмотри на меня, дорогой, три удара сейчас бьешь. Та-да-дан, та-да-дан. И здесь смотри, какая штука нарабатывается. Здесь нарабатывается в первую очередь, тебе не надо, получается, что прикладывать усилия для возврата кулака. Если, конечно. Ты если чуть руки опустишь, начнешь опять вот так бить, понял? А этим движением, выбрасывание кулака, вращение плеча кулака и есть удар. И у кулака есть свойство, он откуда полетел, он туда и вернется. Не надо бояться, что у тебя кулаки над глазами, немножко шире. Они на уровне плечей, не на уровне головы. Они откуда ушли, если это плечо пошло, он туда и вернется, кулак. Если он пошел этим движением, понял меня? И вот сейчас сделай мне тройку на одном выдохе. Та-да-дан! Ясно? Как бы разгоняешься на третий удар. Покажи. Исходное положение. Вот аж прям, вот. Вот фактически, смотри, прямые, вот параллельно полу. Параллельно руки. Вот прямые углы хочу, чтобы были. Бей. А где выдох? Речи. Вот ты как бы, найди то. Во, молодец! Сейчас по-другому биться? Бей. Смотри, как плечи срабатывают, да? Бей. Выдох. Вот сюда. Во! Смотри, какое длинное движение, правильно? Именно. Вот ты как бы немножко вот сюда бьешь. Бей. Выдох. Еще резче. Локти уже. Кулаки. Во! Молодец. Время. Почувствовал? Делай это. Все. И вот здесь оно... Пойдет. Все, вставай. Пойдет. Молодец. Время, ребят, все. Это, ребята, время, все, пожалуйста, собираемся. Это упражнение как и для отработки механики, именно то, что плечо работает. Это упражнение как также и на скоростную выносливость. Минута, 30 секунд, полторы, две минуты. Как одиночные удары, так и тройки. Мы полностью убираем эффект спины. Здесь работает. Сидя, стоя, без пятки, без бедра, все равно у тебя присутствует спина, хорда работает. Когда ты ложишься,
у тебя полностью выключена спина. У тебя работает только плечо. Плечо и кулак. Тем более, ты здесь очень удобно заметить, что у тебя не распрямляется локоть до плеча. Что плечо, кулак именно делают ударно-вращательные движения переворота. Вот при этом упражнении очень так это заметно. О, пользуйтесь.